Привет, друзья! Сегодня посмотрим на новинку в мире автозвука, а именно на двухдиновую автомобильную магнитолу от бренда Atoto. Модель Atoto S8 Premium второй генерации. Из примечательного хотелось бы отметить наличие современного 10-го андроида, мощного и действительно шустрого 8-ядерного 64-разрядного процессора Unisoc UIS7862A с частотой 1,8 МГц, имеющего 6 ядер Cortex-A55 и 2 ядра Cortex-A75, видеоускоритель Mali-G52 и 7-дюймовый QLED-дисплей с разрешением 1024 на 600 точек, заявленной яркостью аж в 600 кандел. Не знаю, соответствует ли это заявление действительности, проверить, к сожалению, нечем, но то, что дисплей тут просто вырви глаз, это точно. Цвета сочные, контрастность и яркость просто на высшем уровне. Я уже повидал немало двухдиновых магнитол и подороже, и подешевле, на некоторые из них даже делал обзор на канале, но дисплей этой магнитолы стоит особняком. Кто имел опыт использования QLED-дисплеев в той или иной техники, прекрасно понимают, насколько ярче и сочнее они в сравнении с IPS и другими дисплеями. И это не просто какое-то эфемерное преимущество, ну ярче, ну насыщенней, а это действительно большой, я бы даже сказал, жирный плюс, так как подобные автомобильные магнитолы могут хорошо читаться в тени, а вот на солнце могут полностью блекнуть, и в яркий день на них может быть просто ничего не видно. Тут же ситуация иная. Благодаря своей вырвиглазной технологии дисплей читаем практически в любых условиях, и как показала практика дальнейшего его использования, пользоваться магнитолой с таким дисплеем прям на порядок комфортнее в реальных условиях, нежели магнитолами с дисплеями, выполненными по другим технологиям. Также магнитола выделяется на фоне конкурентов наличием мощным 4-канальным усилителем от Toshiba по 45 Вт на каждый канал, что дает просто поразительный мощный и глубокий звук. Также качественному звуку способствует наличие поддержки кодеков aptX и aptX HD. А вообще магнитола, можно сказать, является мультимедийным комбайном. Отчасти это благодаря наличию современной версии Android, а также благодаря наличию различных стандартов проводной и беспроводной связи, поддерживаемых функций и наличию мощного современного железа. Так, Wi-Fi тут двух стандартов, 2,4 и 5 ГГц, два канала Bluetooth, версии 4.1 и 5.0, памяти тут 3 ГБ оперативной и 32 постоянной, что избавляет магнитолу от тормозов, затупов и зависаний, а также позволяет беспроблемно серфить в интернете, смотреть видео на YouTube в разрешении вплоть до Full HD или смотреть любые скачанные видео на карту памяти. Есть поддержка GPS для позиционирования на местности и функционирования навигационных программ, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Возможность подключения передней и задних камер, возможность подключения внешнего усилителя и много других полезных и интересных функций. Просто перечислить их не представляется возможным, так как это современное Android-устройство, у которого много встроенных аппаратных возможностей и, конечно же, безграничные программные возможности, благодаря установке любых приложений из Play Market. В общем, магнитола действительно очень интересная. Ну, давайте смотреть. Заказывал я ее на Алиэкспрессе в официальном магазине бренда Atoto. Ссылки на эту магнитолу и магазин в целом будут для вас под этим видео в описании. Кстати, линейка моделей S8 довольно широкая. Можно выбрать как размер дисплея, вплоть до 10 дюймов, так и железо, вплоть до 6 128 ГБ, и даже с поддержкой SIM-карт 4G. И это только линейка S8. В других линейках производителя выбор еще больше. В общем, можно выбрать, как говорится, на любой вкус и цвет, а главное — размер кошелька. Напомню, что сейчас в обзоре модель S8 Premium. Итак, поставляется магнитола в красивой фирменной коробке, за сохранность содержимого можно не переживать, далее увидите почему. Комплект магнитолы большой, тут много всего интересного и полезного. Так, тут видим толстую, прочную, защитную самоклеющуюся пленку для дисплея. А если быть точнее, их тут две, что очень хорошо, обязательно пригодятся. Есть тонкая переходная рамка, чтобы не было щели между магнитолой и панелью на некоторых авто. Что касается макулатуры, так тут ее полно, и она вся нужная. Так, тут есть буклет с описанием процесса подключения и описанием распиновки всех выходов и коннекторов магнитолы. Есть буклет с ответами на самые распространенные вопросы и инструкции о том, как пользоваться гарантией производителя в случае необходимости. А также есть инструкция пользователя. Тут подробно расписано и показано, как настраивать и пользоваться магнитолой. Все подробно и в картинках, но, к сожалению, русского языка нет. А далее по комплекту видим универсальный металлический крепеж и набор винтов для монтажа и фиксации магнитолы в авто. Есть длинный кабель с двумя USB портами, например, для подключения 4G модема или флешек, которые можно вынести, например, в перчаточный ящик.
ящик. Есть жгут проводов с колодкой для подключения к магнитоле и голыми проводами на другом конце. На случай, если необходимо самостоятельно организовать разводку по автомобилю или коннектора у вас нестандартные. Так, тут выход на питание, на все каналы, микрофон, управляющий кабель и другое. Также есть аналогичные жгуты, но уже под разъем ISO. Причем двух типов, под разные питания и управляющий сигнал AC. В общем, подключить магнитолу получится в любом случае, какими бы ни были в автомобиле разводка и коннектора. Есть в комплекте и внешняя Wi-Fi антенна для хорошего и качественного приема сигнала Wi-Fi. Есть переходник для подключения передней камеры. Есть внешняя выносная GPS-антенна. Клеить ее рекомендуется на лобовое стекло для более точного и стабильного геопозиционирования. И есть внешний выносной микрофон. Пригодится для разговоров посредством hands-free, если в машине магнитола находится, например, далеко от водителя. Ну или же в салоне просто очень громко. Ну а далее сама магнитола. И вот почему я говорил, переживать за нее не стоит. Потому что она надежно упакована во вспененный полиэтилен. И повредить ее не получится в пути даже при большом желании. В общем, брать можно смело. Тем более, что есть доставка с российского склада. А в общем, комплект тут действительно очень богатый. Установить магнитолу получится практически в любой автомобиль. Главное, чтобы была возможность впихнуть магнитолу. А с подключением-то точно вопросов не будет. Есть все для подключения ко всему. Сама же магнитола довольно компактная, всего 134 мм в глубину и 180 на 104 мм по внешнему периметру корпуса и 173 на 104 мм по рамке самого экрана. Как говорил, экран тут 7-дюймовый, большой. Слева от него расположены сенсорные кнопки управления с подсветкой, а также микрофон, кнопка сброса и слот для microSD карты памяти. Что очень хорошо, так то, что на корпусе наклеена шпаргалка с распиновкой всех разъемов. То есть даже если в момент установки под рукой не оказалось инструкции, то это не беда. Тут все подробнейшим образом расписано. Ну а на тыльной стороне расположились все те самые разъемы и коннектора. Так, тут разъем подключения внешней Wi-Fi антенны, внешней радио FM антенны, разъем для двух внешних USB портов, разъем для подключения внешней передней камеры, выходы на сабвуфер, дополнительные аналоговые видео и аудио входы и 4 аудио выхода на усилитель, разъем питания и выходные каналы с доп. Интерфейсами, разъем для подключения GPS антенны и разъемы для подключения внешнего микрофона и приемника дополнительных кнопок управления на руле. Не штатные кнопки на руле, а именно дополнительные выносные кнопки, которые можно заказать у этого же продавца вместе с магнитолой, если у вашего автомобиля нет штатных кнопок на руле, а очень хочется. Ссылка на них также будет для вас под этим видео в описании. Итак, перед установкой в авто проверим энергопотребление магнитолы, так как на заре китайского магнитолостроения у некоторых моделей были проблемы с энергопотреблением в режиме ожидания, и магнитола могла буквально за ночь в выключенном состоянии высадить аккумулятор автомобиля в ноль. Посмотрим, как обстоят дела с потреблением у данной магнитолы, и посмотрим на время ее выхода из режима ожидания. Итак, зажигание включено, магнитола работает. Отключаем желтый управляющий провод, имитируя тем самым выключение зажигания, и видим, что потребление магнитолы падает до примерно 380 мА. А через несколько секунд и вовсе, когда она завершает все фоновые процессы, снижается аж до 4-5 мА, что просто великолепно. Так, например, от стандартного автомобильного аккумулятора емкостью 60 ампер-часов магнитола проработает в режиме ожидания порядка 500 суток, то есть больше года, прежде чем высадит его в ноль. Я это к тому, что не то что за ночь простое, но даже за неделю и месяц магнитола не нанесет никакого вреда аккумулятору. Он даже этого и не заметит. В общем, с питанием тут полный порядок. Далее проверим время выхода из сна. Производитель заявляет 2 секунды. Подключаем желтый провод, имитируя включение зажигания, и видим, что запуск происходит не за 2, а за 4 секунды. Но назвать критичным это нельзя. Это отличный результат. А теперь установка. На данный момент в машине установлена магнитола от бренда iDoing. Делал я о ней обзор, он есть на канале. Эта магнитола была установлена без малого 3 года назад. Эксплуатировалась практически ежедневно, так как машина на месте не стоит. Как в жару, так и в мороз. То есть вместе с машиной она несла все невзгоды. Думаю, по слою пыли видно, что магнитола действительно установлена здесь давно. Я это к чему? К тому, что китайские магнитолы это уже давно не те балалайки, которые были лет 5-6 назад. Сейчас это действительно рабочие лошадки с хорошими техническими характеристиками. Деньги, за которые не жалко, оно действительно того стоит.
Но показывать сейчас весь процесс установки и подключения новой магнитолы я не буду. Если хотите этот процесс увидеть, то под видео оставлю для вас ссылку на видеообзор самой первой магнитолы для этого автомобиля. Кстати, тоже от бренда Atoto, модель A6 Pro. Там подробно в деталях показывал весь процесс подключения от и до. Как правильно подключить колодки, как уложить и зафиксировать провода, куда вывести антенны и что и как делать с переходными рамками. Конечно, на примере Весты, но сути это не меняет. В общем, там есть все. Если интересно, переходите, смотрите. А сегодня просто нужно вынуть старую магнитолу и на ее место установить новую. Все просто до безобразия. Ну а вот так, собственно, новинка смотрится в Ладе Веста. Как по мне, вписалась крайне гармонично. И не устану говорить, что QLED-дисплей этой магнитолы – это не то что большой плюс, это прям ее козырь. Ни одна камера не в силах передать, что видит глаз. Эти сочные цвета, отменную контрастность и читаемость даже в яркий солнечный день. Это просто поразительно, какую картинку он выдает. Яркость такая, что владелец попросил немного ее убавить, так как для него чересчур ярко и глазу как-то непривычно. И это днем. Все-таки QLED есть QLED, это просто бомба, невероятно. Итак, сначала посмотрим, что по начинке у магнитолы, не обманул ли производитель. AIDA показывает, что оперативной памяти тут действительно 3 гигабайта, а вот внутренний накопитель 23 против 32 заявленных. Но это скорее не обман, просто часть памяти занимает сама система и дополнительный программный комплекс. Процессор, как и заявлено, 8 ядер, 6 ядер Cortex A55 и 2 ядра Cortex A75 частотой 1820 МГц. Дисплей тоже без обмана, разрешение 1024 на 600 точек, плотность пикселей 217 dpi, видеоускоритель Mali-G52. Android, так же как и заявлено, 10. В общем, производитель не обманул, и это хорошо. Если же просто зайти в настройки самой магнитолы, то тут те же данные касаемо операционной системы и ее железа. Итак, пробежимся по основному функционалу. Естественно, тут есть радио. Оболочка стандартная для серии магнитол Atoto. На деле удобная и практичная. Так, тут есть панель с настроенными станциями. Поиск и фиксация канала удобные. При желании можно вывести на экран только перечень любимых станций и быстро между ними переключаться. Естественно, по Bluetooth можно слушать музыку со смартфона, и благодаря наличию пятой его версии управление просто молниеносное. А благодаря поддержке кодеков APTX и APTX HD звук просто шикарный. А еще он шикарен благодаря своему мощному усилителю. Он выдает на порядок более мощный, насыщенный и глубокий звук, нежели все предыдущие модели аналогичных магнитол, в том числе и от этого же бренда. Настолько мощный, что штатная акустика Весты просто хочет выйти из двери уже на уровне громкости 30-40%. На громкости процентов в 50 ушам и голове становится уже крайне некомфортно от громкости. Да и то, что магнитола творит с динамиками, вызывает серьезные опасения за них. Она хочет порвать их как тузик-грелку. Для этой магнитолы, чтобы прочувствовать, что она может, и чтобы она раскрыла весь свой потенциал, нужны хорошие блины, а не штатная пародия на акустику. Штатка не совсем таки ужасная, но многого она не может. Но даже с ней звук просто шикарный. В предыдущих обзорах я нахваливал те магнитолы. Был в восторге от того, насколько они лучше звучат, чем штатная балалайка. Это действительно так. Но эта магнитола по звуку переплюнула все предыдущие. Не просто переплюнула, а плюнула им в лицо. Разница между ними просто пропасть. Хозяин машины уже при первом включении магнитолы по звучанию системных звуков отметил, что звук уже чувствуется намного лучше. А когда заиграла музыка, он просто молчал и слушал. Как потом сказал, наслаждался. Касаемо звука. Естественно, тут есть 16-полосный эквалайзер, который позволяет довольно тонко настраивать звук. А также есть пресеты, между которыми можно быстро переключаться и выбрать оптимальные для себя настройки. Но это еще не все. Для передних и задних пар динамиков свой эквалайзер, то есть перед и зад можно настроить по-разному. Также есть крайне полезная функция усилитель низких частот, что придает композиции глубину баса и делает звук приятным и бархатистым. Но
Но самое интересное дальше. Есть в настройках задержка времени звука по каждому из каналов. Выставляется в миллисекундах или расстоянии в сантиметрах до динамика. То есть можно выставить задержку звука для каждого из динамиков, чтобы звук с разными задержками от разноудаленных динамиков доходил до водителя в одно и то же время. Ведь чем дальше динамик, тем дольше идет от него звук. Это время небольшое, но оно есть. При правильной настройке этих параметров просто погружаешься в объем звука, и музыка уже начинает звучать не в динамиках, а где-то прямо в голове. Потрясающий эффект. Есть еще тонкая настройка басов. Да, они тут не просто включаются, но еще и тонко настраиваются. А еще есть тонкая настройка для сабвуфера. Просто космос. Звук прокачать тут можно очень и очень хорошо. Есть возможность настройки звукового поля, то есть на схеме можно указать точку схода звука, например, место водителя, и система сама настроит громкость всех динамиков так, чтобы для водителя они играли одинаково. А есть и еще один басовый фильтр, еще одна настройка басов. Тут уже нужно быть специалистом, чтобы понимать, что и как настраивать. Есть у магнитолы и система жестов для быстрого доступа к тем или иным функциям, что добавляет комфорта работы с магнитолой в пути. Так, тут есть возможность двойным нажатием одновременно двумя пальцами вызвать меню выбора пресета эквалайзера. Свайпом тремя пальцами можно вызвать быструю настройку яркости дисплея, что на самом деле очень удобно. А двойным нажатием тремя пальцами меняется размер шрифтов. Свайпом двумя пальцами сверху вниз – это возврат домой. А если вверх, то это вызов меню запущенных приложений в оперативной памяти для возможности переключения между ними или выгрузки их из памяти. А еще магнитола поддерживает работу двух приложений одновременно. Так, например, можно смотреть видосы на YouTube на одной половине экрана, а на второй будет отображаться навигация. Это очень удобно в дальней дороге. Пассажиры смотрят кино или клипы, а водитель пользуется навигатором. Очень полезная фишка. Обязательно пригодится. При этом магнитола не тупит, не тормозит. Все работает как положено. С многозадачностью тут полный порядок. 8 ядер – это сила. Что касается работы Bluetooth, то музыку мы уже видели и слышали. А также тут есть полное управление телефонной звонилкой вашего мобильника. Можно, не доставая телефон, набрать любой номер и совершить звонок. Роман, добрый день. Секундочку, готовлю информацию по вашему номеру. Также есть доступ к журналу звонков и, конечно же, ко всей телефонной книге. Можно легко найти нужного абонента и позвонить ему. Поскольку это Android-магнитола, то, естественно, для удобства пользователя есть и голосовые ассистенты, ну, например, Google. Открой YouTube. Спасибо. Естественно, такая продвинутая и современная магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, как проводным подключением, так и по беспроводным каналам. Для этого есть и различные дополнительные программные комплексы. Любой удобный можно скачать из цифровых магазинов. Поддерживается как просто доступ к функционалу смартфона, так и полное дублирование его экрана на экран магнитолы. В общем, все эти функции тут присутствуют и работают. Вообще, что касается приложений, то тут основной набор установлен уже с завода и частично даже выведены на главный экран. Но все эти расположения и отображения можно менять под себя. Так, тут есть галереи с уже подгруженными обоями для рабочего стола. Ну и опять же хотелось бы отметить яркость и сочность дисплея. Жаль, что камера не передает все то буйство красок, что видно глазом. Это просто фантастика. Также есть возможность настройки штатных кнопок на руле, если они у вас есть. То есть магнитола без проблем будет управляться этими кнопками, что несомненно хорошо. Единственное, в данном автомобиле этих кнопок нет. Естественно, магнитола поддерживает и подключение задней камеры, и даже системы кругового обзора, которых также, к сожалению, в данном автомобиле нет. Но если в вашем автомобиле есть, то все это будет работать. Еще бы хотелось отметить высокое качество работы тачскрина, то есть сенсора дисплея. Отклик молниеносный, ложных срабатываний минимум. Скорость обработки нажатий также на высоте. Набирать текст удобно и комфортно, что не всегда бывает в магнитолах, особенно на тех, что подешевле. Ну, раз мы дошли до YouTube, то пару слов и о нем. Работает он отлично, тянет видео вплоть до честных Full HD. Скорость обработки команд, например, перемотки или поиск, работают просто молниеносно. Вот вообще никаких задержек. Ну, в принципе, что я говорю, вы и сами все прекрасно видите. Ну и опять, наверное, в 10-й раз не могу не отметить качество дисплея. Ну потрясный он, хоть стреляй меня. А в машине он прям тянет на себя внимание. Глаз не оторвать, просто прелесть. Помимо своей яркости, контрастности, насыщенности, данный экран имеет еще одно, крайне актуальное свойство для использования именно в автомобиле. А именно это углы обзора. Я не нашел точных данных в описании, но и без них понятно, что углы тут поразительные, что как раз и свойственно QLED дисплеям. Под каким углом не смотри на экран, его всегда одинаково
этого хорошо и четко видно. Цвета не инвертируются, не блекнут, яркость не меняется. В общем, пользоваться в машине магнитолой с таким экраном одно удовольствие. Никакого дискомфорта и нет необходимости кланяться к дисплею, чтобы что-то увидеть. А достаточно просто перевести на него взгляд, а в дороге это актуально. Эту магнитолу можно купить за один только экран. Это действительно. Но она еще и мощная, что делает ее очень актуальной моделью на рынке. Касаемо настроек, у магнитолы их столько, что можно рассказывать часами. Всякие жесты, предусилители, настройки парковочных линий задней камеры, системные звуки и даже автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля, чтобы шум двигателя не мешал. Все это тут есть, но все это ничто в сравнении с возможностью менять цвет сенсорных кнопочек на корпусе. Это самая главная функция в магнитоле. Можно выбрать цвет под настроение или же под цвет кузова, а можно и вообще настроить автоматическую смен цветов. О данной магнитоле можно рассказывать бесконечно, перечислять ее возможности и настройки. С учетом безграничных возможностей операционной системы Android, этот список будет стремиться к бесконечности. Но у нас у всех есть современные смартфоны, и вот эта магнитола может то же самое, а местами даже больше. Рассказывать обо всем смысла не вижу, да видео и так уже затянулось. Но зато основные возможности мы посмотрели и оценили, такие как просто шикарный звук, высокое быстродействие, зачастую не свойственное автомобильным магнитолам, и, конечно же, экран. Как говорится, товар продается лицом. И вот у этой магнитолы лицо выше всех похвал. Тут производитель сделал ставку на дисплей. Мог бы сэкономить и поставить матрицу чуть-чуть попроще, но зато подешевле. Но не стал и не прогадал. А на фоне всех озвученных характеристик и возможностей получилась просто великолепная магнитола, которая своих денег стоит однозначно. Заказчик остался доволен. И это еще мягко сказано. Магнитола действительно хороша, но в любой бочке меда всегда есть ложечка дегтя. Так мне не очень нравится вариант, когда матрица дисплея немного утоплена относительно внешнего стекла. Это не критично, заказчик этого даже и не заметил, пока я этого не показал. Но мне бросилось в глаза. Это почти стандарт для всех магнитол. Дисплей немного утапливает, чтобы минимизировать блики на солнце. Но по мне это неприятный момент. Не критичный, но было бы лучше без него. А второе — это сенсорные кнопки. Лично я их просто на дух не переношу. Я люблю механические, жесткие, тугие и упругие кнопки. В серии этих магнитол есть вариант с механическими кнопками, но на обзоре с сенсорными. И вот я их просто ненавижу. Во-первых, могут не срабатывать с первого раза, особенно если палец мокрый или грязный. Так еще и в дороге нужно отвлекаться на них, так как вслепую не нащупать их. Опять же, не критично, многим наоборот нравится такой вариант. Но я нет, пожалуй, пас. А там каждому свое. Кстати, по вопросам обновления прошивки или предоставления гарантийных обязательств нужно писать продавцу или на официальный сайт производителя. Они быстро выходят на контакт и все присылают. Ребята работают на свое имя. Дело иметь с ними можно. Все актуальные ссылки будут под видео. В общем, вот такая она, новинка от Atota. Магнитола однозначно зачетная. Стоит ли ее брать? Однозначно да. Свои деньги она оправдывает на все 100% и даже 200%. Работает она четко, звучит классно, выглядит потрясно. Это я опять про экран. В общем, если кто-то присматривает себе достойный аппарат, ссылка в описании. Заходите, смотрите, читайте, рекомендую, будет интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.